Спортивная гимнастика помолодела. Теперь даже 15-летние могут претендовать на лавры победителей. Вместе с юными спортсменами за титул абсолютных чемпионов страны в Ростове-на-Дону боролись наши знаменитые гимнасты Ольга Корбут, Людмила Турищева, Николай Андрианов, Виктор Клименко. Основной спор у мужчин шел между московским армейцем Клименко и студентом из города Владимира Андриановым. На брусьях Клименко поразил всех так называемой вертушкой и эффектным соскоком двойным сальто. Борьба продолжалась на равных, на перекладине Николай Андрианов. И вот в итоге сенсация. Клименко и Андрианов набрали одинаковую сумму баллов в многоборье. Острым было сражение в многоборье и у женщин. Людмила Турищева, абсолютная чемпионка Европы, мира и Олимпийских игр, получила в сложном упражнении на бревне хорошую оценку 9,7 балла и опередила Корбут. На брусьях Ольга отлично исполнила свою знаменитую петлю Корбут. Арбитры дали ей 9,8 балла. Великолепно для такого трудного снаряда. Неожиданной оказалась новая программа вольных упражнений Турищевой. Она получила высшую оценку 9,8 балла. Это решило исход борьбы. Людмила Турищева во второй раз стала абсолютной чемпионкой Советского Союза. У Ольги Корбут серебряная медаль, бронзовая у Нелли Ким, узбекской школьницы. Золотой медалью награжден и тренер Турищевой Владислав Ростороцкий.